Если вы любите простые салатики, обязательно рекомендую присмотреться к этому рецепту. Небольшой набор ингредиентов, насыщенный вкус и никакого майонеза. Запоминайте. На мой взгляд, этот салат идеален тем, что не требует никакой заправки. Жареный лучок и морковь по-корейски отлично сочетаются с печенью и кукурузой. Кстати, основой может быть не только куриная печень, но и свиная или говяжья. Подготовьте ингредиенты. Печень промойте и отправьте в кастрюлю. Залейте водой, доведите до кипения. Подсолите по вкусу и варите около 12-15 минут до мягкости. Очистите и измельчите лук, отправьте на сковороду с растительным маслом и обжарьте до прозрачности. Очистите и измельчите лук, отправьте на сковороду с растительным маслом и обжарьте до прозрачности. Добавьте консервированную кукурузу, обсушенную от маринада. Снимите печень с огня, обсушите и остудите. Нарежьте соломкой и выложите в салатник. Добавьте обжаренный лук. Посолите и поперчите по вкусу. Все как следует перемешайте. Салат готов. Приятного аппетита!